мои искренние приветствия всем подписчикам и гостям данного канала. Сегодня, друзья мои, мы возвращаемся вновь к одной из рубрик моего авторского проекта «Восток-Запад». Возвращаемся к рубрике об атлетической подготовке. И на сей раз атлетической подготовки с применением более традиционных методов, а именно с применением отягощения. Те, кто в какой-то мере знакомы с теми или иными материалами данного канала, и в частности по тематике развития атлетических способностей, знают, что мною были рассмотрены некоторые практики. Практики как восточные, так и западные. Ну, в частности, навскидку можно отметить, что мною были рассмотрены методы и практики по развитию силы изометрического характера, практики по динамическому напряжению, которые более известны как волевая гимнастика, в частности, волевая гимнастика Анохина. Ну, таких систем было немало, но более всего распространена вот система Анохина. Далее мы рассматривали на развитие силовых способностей с учетом, или вернее с использованием массы собственного тела, но эту рубрику мы далее продолжим. Продолжим на примере гимнастических упражнений, таких как подтягивание, отжимания на брусьях, также отжимания от пола, то есть сугубо с использованием собственной массы тела. Очень полезные практики, и они очень многофункциональные и многогранные, очень многогранно влияют на потенциал организма, на развитие потенциала, в том числе силового, и в первую очередь силового потенциала. То есть вот такие практики мы рассматривали. Единственное, каких моментов я не касался и каких методик я до сих пор не касался, это развитие силовых способностей применением отягощений. Долго я к этому шел, планировал, материалы отчасти были готовы, некоторые надо было доснять, отредактировать. Но вот сейчас появилась некоторая возможность, и я попытался сразу же вот это реализовать. Итак, чтобы не сильно входить в теоретические дебри, потому что, судя по некоторым комментариям, определенной категории лиц, вот теоретически какие-то вводные части очень не нравятся. Я достаточно
часто или в ответ на комментарии, или даже в каких-то видеороликах пытаюсь объяснить, что данный канал, концепция данного канала не является показательным. Я не пытаюсь что-то вам показать. Если кто-то хочет увидеть какой-то номер, в том числе силового характера, есть множество иных каналов и в сети, и в конце концов можно посетить и цирк, или какие-то соревнования по силовым выступлениям и полностью удовлетворить все свои потребности. Я же на канале пытаюсь представить вам как обобщенный опыт многих и многих поколений, как на Востоке, так и на Западе, так и определенный личный опыт. И ставлю цель, вот цель какова вот данной концепции, данного канала, чтобы вы не тратили время на изобретение нового велосипеда. Он давно изобретен, надо только воспользоваться, грамотно это все понять, осознать, адаптировать под себя, под свои конкретные особенности, как телесные, так и психологические, и попытаться получить от этого максимальный результат. Вот и вся фабула данного канала. И когда я пытаюсь вот это людям объяснить, некоторые не понимают. Или же им попадаются ролики такие выборочные. Вот они попали на какую-то вступительную часть, потом недоумевают, а где же практика, где все остальное. А перед ними только вот выпало словоблудие, ну, по их мнению. И также я пытаюсь объяснить, что без теории практики нету. Ну, невозможно чему-нибудь научиться, не зная, как это делать, как к этому прийти. И мало того, что получить теоретическую часть, его еще надо адекватно воспринять, а потом уже все это осваивать на практике. Но есть категория людей, которым вот не дано это понять по ряду каких-то причин. Поэтому я попытаюсь без большого такого вступления теоретического, но опять-таки повторюсь, ну, без теории не получится ничего. И сразу перейти к каким-то практическим наработкам. И как вы уже поняли из вводной части, мы будем в этих видеоматериалах рассматривать развитие функциональной силы, общей атлетической подготовки с применением отягощения и в частности гирь.